19 согласовать, поэтому проводим 20-го. А вообще вышло порядка 34 городов. То есть вот вчера выходили, сегодня. Скажите, пожалуйста, а вот сегодня сколько, как вы вообще участники собираете этого автопроцесса? Вы вообще, Дмитрий, верите, что у нас бензин может стоить 15 рублей? Безусловно, как бы, есть отпускные цены с нефтеперерабатывающих заводов. Федеральная антимонопольная служба установлена, что в 2008 году и в 2009 году был картельный сговор между крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Просто надо принять политическое решение и навести порядок на этом рынке. А вот так вот цены, по вашему опыту, как вы росли вообще за последние вот эти несколько лет? Здесь достаточно сложные причины как бы возникновения, начиная от необдуманного перехода на по новому регламенту на ремонт самих искусственных созданий дефицита топлива. Вот сейчас опять же в декабре месяце остается дефицит, потому что очень многие МТЗ пришли на разработку. Уже есть информация, что отпускная цена дизельного топлива с учетом новых акцизов, которые у нас повышаются с 1 января, стоимость дизельного топлива категории С, извините, будет стоить 34,600 за тонну. То есть порядка там 32 рублей за литр. Мы впереди ожидаем с 1 января повышения акцизов. Транспортный налог так и не убрали. Стоимость топлива растет, качество не улучшается. Мы за все заплатим. Все, можно имя фамилия и фамилия? Ну все, Дмитрий, стоит факт. Все, спасибо. А вы когда поедете? Мы 13 часов. Сейчас выстрелим, мы поедем. Ребят, давайте сейчас просто... Заброры. Прежним, да? Серьезно. Едем в соблюдение правил дорожного движения. Представители Смольного попросили не занимать два ряда. Ну, вот так. Значит, придется занимать 3-4. Будем пытаться в рамках соблюдения правил дорожного движения следовать этим полномочиям. Просто хочу зачитать резолюцию. Ввиду того, что нам 19-го не согласовали, ребята вчера в 30 городах провели эти публичные мероприятия, у нас совместно с этими городами была составлена резолюция. Резолюция всероссийской акции протеста автомобилистов 19-20 ноября 2011 года. Принята на митингах, пикетах, автопробегах, флешмобах в городах, как перечисление идет. Мы, автомобилисты 30 городов России, вышли сегодня в всероссийскую акцию протеста против некомпетентной антисоциальной политики правительства и правящей партии в вопросе регулирования цен на автомобильное топливо. За последние год в городах России прошло порядка 200 протестных акций, организованными различными структурами, инициативными группами автомобилистов. 4 октября автомобилисты 18 городов страны, объединившись в комитете российской кампании протеста, в один день провели общую акцию, на которой предупредили власти, что если правительство не будет цены на бензин, мы проведем еще более масштабное уличное выступление, на котором призовем граждан не голосовать против партии власти на ближайших выборах. Сегодня мы выполняем свое обещание. За истекшие 3,5 месяца цены на моторное топливо выросли еще более. Сегодня мы призываем граждан России, прежде всего, многомиллионную армию автомобилистов, водителей, профессионалов, членов их семей голосовать против «Единой России», партии дорогого бензина. Голосуйте за любую партию, кроме партии «Единой России». Таков наш призыв на нынешних выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Ответ на резолюцию акции протеста прошел 4 августа, мы считаем обыкновенной отпиской и нежеланием власти заниматься проблемой автомобилистов. В ответе Министерства энергетики Российской Федерации на нашу резолюцию откровенно говорится, что цены на нефтепродукты в России не подлежат регулированию и формируются исходя из спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынке. То есть правительство, по сути, признает, что одним из главных факторов повышения цен на бензин является жадность российских нефтяных компаний, неограниченное действием правительства. В ответе Минэнерго даже не скрывается, что принимаемые сегодня правительством меры направлены вовсе не на снижение цен на бензин. В лучшем случае они должны способствовать развитию нефтеперерабатывающей отрасли, эффект от которых, если и будет, то только через много лет. Мы выступаем против картельного сговора многочисленных топливных монополистов, бюрократической номенклатуры, реализующих общественные ресурсы страны в своих интересах. В общем,
Основное наше требование остается неизменным. При нынешнем уровне доходов населения и объемов нефтедобычи в России цены на автомобильное топливо должны быть снижены минимум на 30%. Кроме того, мы требуем в срок до 30 декабря создать правительственную комиссию с участием представителей протестующего автомобильного сообщества, которая должна быть гласно, открыто, с участием экспертов разработать реальные меры по решению бензиновой проблемы в стране. Мы требуем отмены прямого транспортного налога. Граждане должны платить за одно и то же дважды. И прямой налог, и акцизы. Мы требуем введения механизмов контроля в деятельности вертикально интегрированных топливных компаний и принуждения к прозрачному ведению бизнеса без исключения использования схем многократного увеличения стоимости нефти на внутреннем рынке и вести контроль над ценообразованием топливной отрасли. ФАС снова провести расследование по ценообразованию у вертикально интегрированных топливных компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «ТНК», «БП». И в случае выявления картельного сговора увеличивает руководство уголовной ответственности. Если до 30 декабря мы не видим существенного снижения цен и готовности властей поставить вопрос ценообразования на топливном рынке под общественный контроль, мы намерены объявить о подготовке массовых акций протестов, призываем голосовать на выборах президента Российской Федерации за любую другую кандидатуру, кроме Владимира Путина. Оргкомитет по Санкт-Петербургу еще предлагает в целях недопущения монополизации, как-то борьбы с этим, мы призываем автомобилистов пытаться не заправляться на вертикальные интегрированных нефтяных компаний, чтобы поддержать независимые топливные компании, тем самым помешать монополизацию. Эти компании — это «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», ТНК, «БП». Четыре компании. Просьба на них не заправляться. Ну что, едем по маршруту. Гагарина направо на улицу Кузнецовскую, направо на проспект Космонавтов, да, до улицы Орджоникидзе направо и снова направо на Гагарина. Значит, мы планируем сделать два круга, но там как пойдет. Движение, скорость минимальная, которую можно ездить в городе. Значит, скорость не превышает. Не превышает скорость. 60 км в час. Все включают нижний свет фар, чтобы аварийки. Можно ехать на аварийках. Вот, в общем, там уже по месту смотрим, как, что и как. Вот. Скорой помощи, естественно, сюда пропускаем, милицию пропускаем. Кого еще пропускаем? А что, блин? Президента. Президента не пропускаем. Наша колонна, пускай едут сзади. Дальше, значит, ну что? Пару слов по поводу этих нефтяных компаний, да? Для тех, кто опасается, что если вы будете заправляться на других заправках, там будет плохой топливо. Мы в прошлый раз как-то ехали. Дай я скажу. Мы провели исследование на питерском рынке. Все топливо качественное. Единственное, чем оно отличается, что разные сети используют разные присадки. Поэтому, когда заправляетесь то на одной, то на другой, да, могут возникать проблемы из-за того, что присадки не совместимы. Если заправляетесь на одной, на заправку на одной и той же сети, то с двигателем проблем не будет. Так, давайте намечаем, так, значит, после выстрела «Авроры» все садимся на машины и потихоньку начинаем движение. А те, кто припаркован? Да, ну там уже будем уходить. Ну что, сейчас будет выстрел, да? Да, если начнут, то без причин останавливаться. Александр, сейчас будет выстрел? Аврора, будешь снимать? Что будет? Аврора будет стрелять сейчас. Первый Аврора сейчас. Первым поеду я на Минске. Давай, с тобой Аврора там, да. Последний поедет Димка на Субару. Он будет замечательно. Небольшая пауза.